Project Test Channel. Горячие клавиши – это must-have для любого маппера. Сейчас я расскажу лишь о некоторых, не самых популярных, но полезных из них. Перед вами большая карта. Допустим, вы выделили какой-то объект, но хотите видеть его по центру 2D-окна, не убивая колесико мыши. На помощь придет комбинация Ctrl плюс E. Хочу отметить, на окошко с 3D-видом это никак не влияет. Но если вы хотите и там перемен, то поможет Ctrl плюс Shift плюс E. И больше не нужно бесконечно летать по просторам карты. Многие, вероятно, могут знать о клавишах H и U, которые скрывают и отображают скрытые объекты, но часто брезгуют комбинацией Ctrl плюс H, которая скрывает невыделенные объекты. Это очень удобно, когда нужно покрасить браши, состыковать красиво несколько объектов между собой. Ну и две комбинации для редактирования вертексов. Выделим верхние точки, и с помощью Ctrl плюс E вы можете отрегулировать расстояние относительно хелпера между выбранными вертексами. Это будет быстрее, чем по отдельности тянуть каждое из ребер. И последнее сочетание, о котором вы могли не знать. Но откровенно говоря, я и сам не знаю, как правильно использовать эту операцию. Выделяем две точки, и с помощью Ctrl плюс F можно создавать дополнительное ребро. Но проблема в том, что во время компиляции такие браши часто будут некорректно выглядеть, либо вообще ломать BSP. Но о такой операции вы все равно должны были узнать. Удачи, тамадачи!